Привет! Вы на канале Алиэнс. Сегодня мы будем открывать лошадь Селестию. Вау, какая классная лошадь. У нее есть вот такая кнопочка. Кнопочка? Что она делает, кнопочка? Вау. А что с другой стороны там нарисовано? Девочка с лошадью. Девочка с лошадью. Принцесса Селестия. Ну, давайте доставать, смотреть, что же там внутри. Да, смотрите. Да. Сейчас Эмилия там разрежет, а ты достанешь. Я буду доставать. Точно. Подожди. Ну дай. Да. Спасибо. Что просто, да. Вот такая Селестия. Вау, какая классная. У нее вот такая кошечка. И вот такая колодка. Класс. А что там Эмилия достает еще? Еще достаю расческу и заколки для кадров. Чтобы ей прически делать разные. У нее вот такое вот еще ожерелье, я не показала. Ожерелье, да? Угу. Еще вот такие туфли. А на головешке у нее? Это колонна, я уже говорила. Честно, они тут закрыты еще вторым слоем. Сейчас я связу. Все. Вот и такие ожерелья. Красивые. Они снимаются и можно надевать. Что, это крылья еще шевелятся? Или ты сама шевелишь? Это я не шевелю. Они сами шевелятся? Они сами. Ничего себе. Ты кнопку нажимаешь, да, не шевелится? Угу. Прическу нужно поправить. А бачком повернем еще. Класс. Эмилия что тут достает? Все, четыре заколки. Четыре заколки в виде камушков. Один розовый, другой голубой. А другой фоне. Это розочка желтенькая, это фиолетовая розочка. Что еще у нее есть? Расческа. Расчесочка, да. Такая. Покажи расчесочку. Положи на стол. Такая вот расчесочка. Положи на стол. Вот такая вот сиечка красивая. И узорные расчески такие. Класс какая. Ну, может, давай поближе посмотрим. Какая красивая. У нее может сниматься это. Я уже показывала. Ей можно косички заплетать еще, да? Ну все, в следующих сериях будете играться? Угу, да. Будут новые серии с вашими пони, про ваших пони. Пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Аверлендс.